Ну что ж, продолжим наши игры. Я единственное смотрю теперь новым взглядом и вижу, что она слишком длинная такая, да? Поэтому ее сейчас развернем. И вот эту часть с помощью Edit мода. Эту часть нам надо с вами подвыбрать. Такой, чтобы даже, наверное, вот здесь отрезал. Вот это отрезал все. Да? Делит. Как всегда. Хотя включено. Нет, не включено. Все включено. Не все включено. Так, вот такую, если. Так. Теперь здесь посмотрим. И может быть. Вниз чуть-чуть потянем. G в эту. И уменьшим S. Вот так будет более справедливо, да? Мы тут то же самое мы сейчас сделаем. Как в прошлый раз. То есть... выделим G, йод, вернее, йод и чуть и S. Так, здесь теперь Ctrl-R, сюда подвинем, и здесь Ctrl-R, сюда подвинем, а это мы сейчас Е по оси Z. И, а нет, Е по оси Z. Ну. Так, и S. Вот так. Все. Готов. Сейчас вот так оно будет лучше. О, тут как я вытянул какую-то штуку. Ой-ой-ой-ой-ой. И когда она родилась? Вот тогда, да? Ну ладно. Тогда мы просто выделим вот это еще раз. И скажем, что E по оси Z. Все. Это будет достаточно нам. Хорошо, теперь, значит, кольцо. Кольцо я вот думаю. Может быть, сделать его вот так. Пойти сюда и взять, к примеру, вот, да, убрать. А здесь взять курву. Вот такую. Так. Ну-ка мы теперь сейчас ее развернем. Мы ее развернем. R по оси Y. 90 градусов. Вот так. Теперь мы ее расширим. S. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Опускаем. Mm-hmm.
больше. Еще пускай сюда. Я думаю, вот так будет как раз. Угу. Ну и теперь нам можно пойти сюда, наверное, так. Подождите, как нам это дело? Это же у нас... Да, это у нас, это, естественно, курва. Так, если мы пойдем модификатор курвы, то мы здесь ничего не найдем. Нам надо ее просто утолщить. И она вот тут. В геометрии должно быть экструд. Вот она, экструд. Ну, как бы я не совсем доволен экструдом, да? Давайте мы попробуем другой инструмент. Мы экструд поставим на 0. А вот деп. Начнем увеличивать. Вот он вот такой. Такое у нас колечко, но как бы мне хотелось немножко другого. Я бы хотел вот это место. Рекс, кончай там скрипсись. Я бы хотел это место сделать шире. А есть у нее такое? Bevel by Start. Ну-ка. Нет, не действует. Нет, тоже не действует, да? Вот это странно. Я думаю, что должна быть какая-то штука, которая делает это уже, а это толще. Мы можем, конечно, и так оставить, но это ерунда. Рекс, что ты там копаешь? Это кафельный пол, ты не сможешь там ничего выкопать. Ладно, давайте тогда попробуем по-другому. Если так не годится, тогда мы скажем, что этот мы согласны с ним. Да? Вот с этим согласны. И так это дело оставляем. Так, хорошо. А у этого... С курвы. Все она такая будет. Так, я сейчас посмотрю edit mode. И посмотрим здесь. Да, пусть она такая будет. Ну-ка. Если мы сейчас попробуем вот так подействовать, G. О, секунду. Наверх. Нет, так не пойдет. Подождите, ребята, я думаю. Я сейчас думаю. Я сейчас просто думаю, как это дело. Так, ну-ка. Я вот думаю, чтобы такую форму каким-то образом изменить, причем равномерно, да? Так. Надо нам просто-напросто так пойти сюда. Б. Насквозь. И выбрать вот это вот. Все. И удалить.
Да? Вот так удалим сначала. А потом пойдем в Mirror. Скажем, что нам надо это замирорить со страшной силы. Вот по X, по Z, да? Почему-то. Странно, но оно есть. И сделать клиппинг, чтобы он не это. Так, теперь, значит, убираем это. Так, как теперь сделать? Ну, допустим, я хочу эту часть расширить. Я попробую сделать так. Я возьму Select, и вот отсюда. Вот отсюда. Начну его с помощью вот этого. Так, расширять. То есть G. О. Не то. Секунду. Не то, не то, не то. Так, мы возьмем сейчас. Как же мне это сделать? Все вот так. Так. Хорошо. И теперь выберем вот это. Вот эту точку. Попробуем ее тоже. G. Опа. Так, вот так сделать, да, так, это мне уже нравится, теперь сплюснуть надо немножко, это перебор, мне кажется, да, это вот хорошо, деться на что мы теперь S возьмем. Выберем ее все. Вот. Так, секундочку. Объект мод. Вот это вот. Теперь мы ее сплющим. S. По оси Z. Сделаем как бы круглую, да? И теперь S общее. Так. Хорошо. Так, как же ее заплющить еще? Сейчас попробую. Вот здесь, тут пускай будет круглая, правильно? Это мы сейчас удалим, как бы уберем, удалим, уберем. Выделение. Где у нас B? Уберем выделение. Даем. Shift. B. B. И Shift. Вот так. Убрали, да? А не все убрали. Да что ж такое? Вот это я хочу. Так, сбоку посмотрим. И вот здесь убрать.
наоборот убрать. Вот так. А эту часть, сейчас мы попробуем G. Не-не, здесь просто без всего. C. Скорее всего, тоже придется с этим делать. В одном месте, конечно, не очень получилось, но это мы сейчас поправим. Вот тут. Хотя все нормально, мне кажется. Так, и вот эти мы удалим сейчас. Полигончики. Так. Вот эти нам не нужны. Так, и мы их удалим. Удалили. Вот, теперь такая грань есть здесь, что я и хотел, в общем-то. Такая остренькая грань. Нам надо сейчас зачем мне этот ножик, скажите на милость. Так, хорошо. И в объект надо зайти, объект вот это выделить, а остальное убрать. Да? Для чего? А для того, чтобы заполнить вот эти дырки. Так, ну если мы согласны теперь с этой формулой, то в принципе можно сказать apply в режиме объекта apply. Так, далее мы пойдем сюда сбоку, возьмем edit mode, эти, ну-ка получится, если я выберу вот это все, вот это я выберу. И сказать flatten, к примеру. Просто попробовать. Да, видите. Все это прекрасно получилось. Хорошие инструменты у Blender здесь. Единственная дурость, это вот это выделение каких-то вершин. Когда это совершенно не нужно. Правая кнопка мыши, flatten, прекрасно, вот так. Теперь выделяем эти ребра, ребра говорим F, F говорим, так, и здесь выделяем ребра и говорим F. Так, вот такое у нас получилось колечко, довольно-таки такое. Мне нравится, короче. Оно и круглое, в то же время вот такое. Вот такое. Так, единственное, вот это место. Не нравится мне это место. Сейчас мы опять зайдем в edit mode. Выделим это дело. Edit mode. Ну что такое, в чем дело? Вот оно. Это нам не надо wireframe. Нам достаточно. Хотя. Да нет. Почему здесь такое?
Странный объект. Edit mode. Файл не нужен. Вот так. Значит, чуть как иногда отключишь, отключишь. Так, вот здесь давайте сделаем Ctrl-R. Потянем его сюда. Так. И здесь сделаем Ctrl-R. Опа, не так. Вот так. Нет, Ctrl-R. Вот так. И тоже подтянем. И посмотрим мы со стороны. Может быть, нам здесь тоже надо будет как бы. Нет, здесь должно быть круглое. Ребята, здесь должно быть круглое однозначно. Посмотрю, хорошо ли все здесь красиво смотрится. Так, ну и все. Убираем это все. Убираем. Видим, что у нас абсолютно красивое такое получилось колечко. Единственное, что я думаю, что вот это большевато. Нет? Давайте глянем. Во-первых, она стоит, слишком палец будет кусать. Так, так. Надо вообще-то все выделить здесь. Это убрать. А это еще, да, все выделить. И давайте сделаем ее помельче. Ты, вот так примерно. Да. Рано мы тут удалили. Охрана. Охрана. Стоит охрана. Да. Удалили мы, конечно, рановато тут. Это не есть хорошо. Ну, попробуем сейчас сделать так. С. И G. Спасибо. Так оно уже смотрится более-менее тюненько. Но придется с этим поработать теперь. Вот видите, как бывает. Рано мы радовались. Вот такую красивую сделали, да? Давайте мы тогда выделим вот эти ТД и ТД. И их между собой стянем. А что? Понятно. Убираем это. S. Так. И S. Мы не так сделаем, секундочку. Мы сделаем Е и С. Нет, просто Е. Так. Вот эту и вот эту мы сейчас просто подвинем. А подвинем мы, если мы сделаем вот экструд индивидуэль. Да? Так. Вот так сделаем. И теперь вот эти две немножечко расширим. S. Так. Я думаю, теперь все будет нормально. Даже можем опять же это чуть поднять, чтобы она пальцу не мешала. Да? Смотрим сбоку. Пум-пум-пум-пум-пум. Спроси Y. Делаем немножко закругление. Убираем. Смотрим, все нормально.
Тут вот можно еще один поставить. Еще одну Ctrl-R-ку. Так, и ее чуть поднять. Вот так. То же самое здесь. Ctrl-R-ку. Так. И поднять чуть-чуть. Совсем немного. Вот так. Хорошо. Тут уже не будем возиться. Давайте мы скажем опять вот это. И вот это нам надо сейчас. Секунду. Вот. Тут теперь все хорошо. Но вот это. И вот это вообще все. Эту мы отключим. А вот это выделим B. Все выделилось, да. Так, и теперь, если мы включим, то давайте поменьше сделаем. Вернее, выше подымем. Вот так. Хотя. Все выбрать, включить эту и посмотреть, как она выглядит. Выглядит она ужасно. Почему? Да потому что слишком высоко задрали. Давайте убирать этот недостаток. Вот так. Все, друзья мои. Теперь все получилось. Ну что ж, после того, как все получилось уже, как мы хотели, да, мы можем пойти в... Так, не надо нам сделать subdivision. Можно. Так будет лучше и красивее будет. Окей. Хорошо. Вот так. Вот сделали красивую штуку. И теперь, если мы довольны результатом, мы пойдем в кейшот и там-там мы поиграем. Ох, мы там поиграем. Все. Договорились. Идем.